Голосовать у дороги эти люди привыкли. Они практически ежедневно приезжают в Тараклию, в поликлинику, университет, либо на работу. Но не во все населенные пункты района ходят автобусы. Поэтому жителям близлежащих сел не на чем доехать обратно домой. Часто ездим и нету ни автобуса, ни рейсового никакого. Тараклия светлый. У нас Димитро, Тараклийский район. Никакого нету удобства. Едем в поликлинику. Тоже стоишь там в очереди, нету. Ну так. Здесь подолгу стоите, ждете машину? Долго, бывает и час, и два. Из-за отсутствия автобусов добираться домой жителям Тараклийского района приходится на попутных машинах. Не каждый автомобилист соглашается брать с собой попутчиков, поэтому ждать приходится долго. Причем в любую погоду под открытым небом. Остановки на этом перекрестке нет. Особенно тяжело пожилым людям, которым не то что укрыться от непогоды, им просто сесть негде. Очень сложно, действительно, когда дождь, когда даже когда жарко, не тяжело. И в снег тяжело, в любую погоду здесь очень тяжело. Ну, сейчас еще, видите, погода, может, позволяет, но и жара, во-первых, нет ни тени, ничего. А в зимнее время или осенью ветер дует. Была здесь остановка, какая-никакая она была, кривая, косая, может быть, не очень там комфортная, но остановка была. Хотя бы от солнца можно было уберечься. Самое оживленное место и единственный выход из города. Здесь все направления, и Балабан, и Кишинев. И народ в растерянности, не знает, бежать туда, на тот край. Остановка в этом месте будет, уверяет примар города, и очень скоро. На данный момент разработан рабочий проект остановки на углу возле полиции. Это проект эксклюзивный, это не будет просто остановка, будет архитектурное сооружение, которое будет украшать въезд в город. И после утверждения проекта и сметы расходов начнутся работа по ее монтажу. И где-то к ноябрю работы будут закончены. Примария предполагает потратить на новую остановку около 40 тысяч леев. Она будет выдержана в одном стиле с расположенным рядом рестораном. По проекту остановка двухэтажная. На втором этаже будет расположена смотровая, где жители Тараклии смогут любоваться окрестностями.